еду я по Москве. Вот прямо, знаете, как из одного района Брянска в другой я переехала, то ли более, то ли, только более крутой. Красивый. Соскучилась я по Москве. Ой, как я соскучилась. Господи, я уже 100 лет не была в Москве. Гляньте, как красиво, да? Ну, МИД отреставрировали немножко. Верхушку. Там где-то орлиное гнездо есть. На верхушке? Да. А он там все время так. Его не трогают, там все, он там живет. Ну, а символ России. Ну, как не знаю, тронуть? Так получилось. Хотя мне что-то верить с трудом не видел, я никогда летающего орла здесь. Ага. Это люди говорят, да? Ну, в СМИ там писали там. А что, вероятно, и может жить там, почему? Может, высота почему? Большая, да. Высота большая. Шпиль такой, замок такой, да. Ну, красиво. Орел же тоже разбирается, да. На какую гору ему сесть. Да. Вот такая красота, ребят. Буду краткими видео показывать вам.